Сейчас иду. Иду? Это же с домов. Или мешки большие неси, убирай мешок туда на дорогу или что. Или мешки насыпать. Большие мешки принеси. Вот. Сейчас принесем. Я тебе завишь, какие слабые. Они же рваные. Какой в один-то мешок? Зеленый большой. Что чувствуете сейчас? Я чувствую усталость. Она устала, с горки каталась. А вообще, она так собирала, бабушка говорит, вот еще грибочек, вот еще грибочек. И она все мусорки собирала. Мешочек носила бабушке. Так собирала, собирала. А потом увидела горку и говорит, хочу на горке. И вот устала. Да, и у горки-то тоже чистила. Чистила около горки. Горку для всех ребят. Чу-чу. Это что, алкоголики-то пьют? Мама, я фотографии посмотрела. Когда мы в среду сошли, тут уже они стояли. Назад. Так что, они набросали? Ну, назад. Вот, хоть оттуда туда, и то снова набросали. А потом посмотрим, набросают туда или нет. Нет, будут они ставить или не будут? Будут. Раз убрали, будут. Чего это все время-то ставить? Так нет, они раз убрали, значит будут. Классно, надо постирать. Который, вот этот? Да, все, постирайте. Ну, они вросли уже. Пласы, наверное, оттуда вытащили. Что за ним. Можно, знаете, даже это перевернуть и мохом сфотографировать. Более эффектно получится. О. Это пожарникам музей только. Новый пожарный переезд. Так, вот стеклянные, ну, бутылки больше всего битое попадались. Стекло. Бутылки, стекло, больше всего такое еще. Вы сами-то откуда? Ну, с предприятия или пенсионеры? Пенсионеры. Пенсионер. Главный тоже. Пенсионер. Бывший работник мастройзавода. Второго цеха. Да, кем работали? Мастером работал. Почему пришли? По зову сердца. Решил помочь в благородном деле охраны природы. Часто в подобных акциях участвуете? По мере возможности. Кого-нибудь с собой привели? Ну как, да некого везти. Некого бы рядом не было. Как думаете, что делать, чтобы вот меньше грязи было у нас? Больше проводить разъяснительные работы, печати по телевидению, в рабочих коллективах трудовых, на собраниях на различных. Только на расстрел. И воспитывать с детства в людях любовь к природе. Thank you.
Ты часто здесь гуляете? Да. С кем? Вон с внучками. Катается на велосипедиках. Что-нибудь им рассказываете про то, что мусорить не надо? Да. Я внучку свою приучила, это она мне даже бумажку дам и слежу за ней. Куда она? Бабушка положила в сумку. Приучаю. Волонтеры собирают мусор. А зачем мусор? Ой, что вы снимаете? Не надо. Так вы бы вот рассказали про то, что кировские это все убирают. Да. Они лучше наших, да. Они с мешками все собирают, но они ездят на берегу отдыхают. Они все соберут. А наши? Вообще. Женя, отходи. У нас вот зять у пятиэтажек. Женя, отходи. На юбилейной. Она когда еще светло, тогда ходит. А когда темно, их нету. И они сидят там. Еще голос мой... Ага, я не буду говорить. А утром проснешься, посмотришь в окно, там накидано. И бутылки, и стаканы, и эти пачки, и вообще, что попало. Как думаете, почему так происходит? Невоспитанные. Родители не привели им любовь к чистоте. На самого начала внушать детям, маленьким. А когда вырастут, это уже бесполезно. Что же нам делать-то со всем этим? Вот мы сегодня говорили с участниками, что делать. Многие считают, что вообще сделать с этим ничего нельзя. Туда вообще не пройти по дорожкам будут. На прокатывать таких людей, вот выискивать, кто мусорит, и через газету их пропесочивать как следует. Тогда, может быть, поймут и не будут мусорить. Это вы из пятиэтажек сюда ходите гулять? Да, у меня тут мышка живет. Несъедобный. Лисички видела. А ты? Пока не видела. Я один видела. Мыслятки видно от... Мы поехали в болото, бабушка тебя переживает. Да, так долго катается. Да не снимать. Все, поехали. Вас звать-то как? Меня Зоя. Зоя? Красных. Зоя Красных. Зоя по отчеству-то? Андреевна. Андреевна. Зоя Андреевна. Машина-то заказана. Кто-то хорошо отдыхает, а кто-то вообще только мусорит. Да. Разные люди, разное воспитание. Вот, конечно, они крутые, они не убирают за собой ничего. Считают себя выше всех. Вот такие бедные люди, они лучше. А вот не знаете, в школах сейчас как-то учат этому, чтобы не сырить и что-то там убирать за собой? Вот не знаю. Женя, а в школе вас учат, что мусорить нельзя? Да. Да, учат. Я с самого детства ей прививаю. Говорю, говорю, говорю. А потом она мне тоже подсказала. Она жевала жвачку. Я стояла на остановке на этой, на юбилейной. И она мне дала эту жвачку, то я ее взяла и выбросила. Она на меня, бабушка, ты что сделала? Вот так вот. Значит, воспитание-то пошло и в пользу. Бабушку стала учить. Я говорю, это жвачка, не бумажка. Все равно это мусор. Мусорить нельзя. Значит, когда детям прививают с младенчества, они... И какая палочка ее выбросила? Они вникают вообще. Классно, да? Это мышь. Кому? Был. Это за палка. Кто-нибудь удилишко сломал и выбросил палочку. На стройке проработали.
всю жизнь. Вон рука-то, видишь, от кирпичей-то сухожилие тянет. Сколько миллионов перебранных кирпичах в общей сложности. А земли сколько перекопало, вот. Сейчас минуточку достанем мешок и это самое. Зеленые это они хорошие. У меня там запас есть, так. В 10 начали. Что, поди взять, ему другой дать, поди? Ну что, все?